Даниил Безмельницын на конкурс вокалистов приехал из Внуково. Юноша занимается пением 4 года в студии эстрадного вокала. О том, что известный продюсер и композитор Юрий Гончар проводит смотр талантов, узнал в июне и принял решение испытать свой шанс. Я выступала на других крупных фестивалях по вокалу. Но сегодня, мне кажется, ты немножко волновался. Ну, конечно же. А почему? Ну, потому что такие звезды сидят в жюри. О своем участии в конкурсе заявили свыше 40 юных артистов. Главный приз – выступление в гала-концерте, который пройдет в Кремле, а также запись собственной песни в студии продюсерского центра Юрия Гончара. В приоритете – артистизм, вокальные данные, а также удачный выбор репертуара. В жюри – педагоги школы, в том числе и Евгения Науменкова, специалист по эстрадно-джазовому вокалу. Сегодня очень много талантливых людей, детей. Я, как продюсер данного проекта, уже ставлю какие-то цели, где их можно, эти таланты, показать. Конкурс «Твой шанс» в Одинцовском районе проводится впервые, поэтому на сцене преимущественно гости. Из местных артистов – Софья Газина, из опытных исполнительниц – вокалистки из Москвы. Девушки уверены, что сегодня им удастся удивить судейство артистизмом уж точно. Чем вы сегодня будете удивлять жюри? Ой, мы будем брать их харизмой и голосом. Нужно работать, работать и еще раз работать. И главное, чтобы тебе это нравилось. Потому что если тебе это не нравится, ты можешь не ходить, так сказать. Вот ты должен этим жить, чтобы чего-то как бы добиться, ты должен этим жить. Верить в себя и идти к поставленной цели. Советами профессионального мастерства с конкурсантами делится заслуженная артистка России Анастасия Волочкова. Балерина поддерживает молодежные проекты и все, что связано с развитием творческих способностей детей. У каждого участника появляется некий стимул. Он понимает, что это соревнование, это уже конкурентная борьба. Я вообще восхищаюсь всеми теми людьми, кто в сегодняшние дни делают так, чтобы такие конкурсы осуществлялись. Тем более, что касается Подмосковья или, может быть, тех регионов, где не всегда можно поучиться в какой-то профессиональной школе музыкальной или танцевальной, неважно. Кто не упустил свой шанс и выйдет на сцену Кремля в составе звездного бомонда, узнаем из ближайших телепроектов, где неизменно выступают начинающие артисты школы эстрадного искусства Юрия Гончара. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».